Радио 54. Я очень хорошо в детстве играла на фортепиано, и это был мой профиль, так скажем, в музыкальной школе. Да. Но потом, я вообще думала в детстве, что музыка это не мое, и зачем этим заниматься. А что было ваше в детстве? Ничего, мне кажется, не было мое. Мне казалось, родители меня заставляют. Голубей пинать мое. Как сказал сегодняшний наш товарищ из именинник, да, работа это не мое. Вы знаете, сказали голубей пинать, я вот только что 10 минут назад вспомнила то, что в детстве я любила отковыривать жвачки от асфальта просто. От асфальта? Ну, это было. Я вместе асфальт в школе отковыривать. Не мелочилась вообще. Нет, это там камни, песок, это все по-жесткому, это интереснее, чем просто от парты. Тут вы такая стройненькая, в детстве песка наелась. А вот ты смеешься, Настя, вот в моем детстве, если ты жвачку уронил в песочницу, ничего страшного, подобрал, подул, ну, опять живешь дальше. Да. Анастасия, что бы вы добавили вот в этот список того, что у вас есть, и кавер-группа, и песни на заказ, и преподавание, что бы вы туда хотели добавить, чем бы еще хотели заняться? Может, в ближайшее время? Ой, я бы хотела где-нибудь в кино сняться, но да? Это просто не так интересно, не знаю. А вы пробовали что-то такое актерское? Да, был опыт. Что, или вам просто мечтается? Опыта у меня прям актерского не было, я ходила на курсы в наш театральный институт в НГТИ. Да. Я хотела поступить прямо туда. Сегодня, кстати, День театра, вы знаете? Сегодня не знаю. Вот, вот. Так что могли бы вас сейчас поздравить. Да, я очень хотела поступить в театральный, но ходила на курс. Как, в общем, меня туда прорвало пойти. Ходила. Так потом перед экзаменами я оттуда сбежала. Просто я поняла, что я супер актером, актрисой никогда не стану. А в театре где-то у нас играть, ну, типа, что там, денег мало, наверное. А вот кино — это другое дело, да? А кино — это другое. Ну... Я не знаю, я в свои 18 лет вообще не понимала, что мне хочется в этой жизни, поэтому... Но я... сейчас вы поэтому на своем я стала месте? Юристом. Вы на своем месте сейчас или вы все еще в поиске находитесь? Я, мне кажется, прям на своем месте, да. И... А юридическое вот образование вас не тянет к себе обратно? Нет, я поработала 3 месяца в мировом суде, в Академгородке, ну, Советского района, получается, и плакала там везде, на столе у судьи, в архивах, в туалетах, и понимала, что этот мир не для меня. Кто вас спас? Кто пришел и сказал, пойдем, Настя, я дам тебе микрофон? Да никто, я просто сама сбежала тут спустя 3 месяца, да, и вот с 13-го года мечтала... Жвачки с асфальта отковыривать. Ну нет, представьте, что вот так. Настя, да, ну... Вас же кто-то позвал, или вы просто наоборот, ну, коллектив искал вокалистку, и вы пришли? Нет, я просто сбежала и пришла работать опять менеджером в Новосибирске. Я переехала из Академгородка, и потом мне позвонил Павел Загорский. Группа «Красный берег». Группа «Красный берег», да, каким-то волшебным образом на меня... Вышли, позвали на прослушивание, прослушали, я там пару раз с ними поработала, а потом мы разошлись в разные стороны, через примерно, может быть, год, может быть, полтора меня опять позвали уже на постоянку, еще раз прослушали, все одобрили, но, к сожалению, тогда не вышло поработать по семейным причинам. У вас? У меня, да. Анастасия и... мама, между прочим. Как раз-таки, да. Стала вот мамой. По этим самым причинам. По этим самым причинам. Вот такой тернистый длинный путь, но все-таки к искусству Настя пришла. И давайте продемонстрируем нашим слушателям нечто красивое. Да. Нечто красивое. Сейчас мы будем слушать песню. Песня медленная. Как она называется? Мы будем петь ее... Петь ее или просто петь? Мы будем петь ее, Петь, она называется «Я люблю тебя, знаешь». Вы ее написали сами? Написали сами, да. Многие, когда ее первый раз слышат, думают, что я пою «Я люблю тебя, зая». Сейчас мы послушаем. Я и время на двоих, пусть медленней,
Навек душа моя с твоею связана, сомнений нет, твоя. Я люблю тебя, знаешь, без тебя мне не надо. Этот мир открываешь, и с ума одним взглядом я с тобой забываю. Они могут быть разными взглядом. Прочитай все, что было не сказано. И время на двоих пусть медленней. Навек душа моя с твоею связана. Твоя, твоя. Я люблю тебя, зная. Вау. Браво, браво! Есть такая живой категория, звук, друзья. Категория людей, которые слишком талантливы для наших микрофонов. Это артисты оперного театра, музыкального театра и Анастасия Чагина. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.